Здравствуйте, друзья! Мы давно с вами не виделись, и сегодня у нас на обзоре новый мотоцикл. Это китайская Yamaha, или как он в простом народе называется, Spark S550D. Итак, начнем с самого интересного. Двигатель у нас здесь 200-кубовый с верхним расположением клапанов. Номинальная мощность у него 8,8 кВт, ну или 12, или 14, или 15 лошадиных сил. На каждом сайте он по-разному. Коробка у нас здесь 5-ступенчатая. Расход топлива у него 2,9 литров, ну или 3. Полный бак у нас здесь 10 литров. В плане подвески он максимально простой. Спереди у нас обыкновенная вилка, сзади моноамортизатор, без прогрессии и всякой ерунды. Колеса у нас 21 спереди и 18 сзади. Также мотоцикл оснащен дисковыми тормозами и спереди, и сзади. Максимальная скорость этого мотоцикла 116 км в час. Это мы замерили по GPS и по спидометру. Так как спидометр здесь уже новый, он синхронизируется с GPS, и скорость здесь правильная. Также из приятных бонусов здесь установленный, ну как бы не прямоток, но он сделан из стандартного глушителя. Просто снята флейта. На этом это видео закончено. Всем, кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч!